соревнованиях приняло участие более 70 юных борцов из 6 учебных заведений Ленинско-Кузнецкого. Почти 4 часа на татами продолжались интересные бои, возможно, будущих мировых чемпионов. Были совсем короткие поединки, а иногда доходило и до дополнительного времени, чтобы выявить победителя. Все-таки возраст участников, а потому и степень тренированности юных любителей восточной борьбы, делает результаты схваток как предсказуемыми, так и наоборот. Все-таки пришло время подводить итоги. В личном зачете в своих возрастных и весовых категориях победителями стали среди мальчиков 2010-2011 годов рождения. Николай Смирнов, школа номер 2, Илья Киракосян, школа номер 2, Давид Агаев, школа номер 3, Евгений Воскребенцев, школа номер 3. В возрастной категории 2008-2009 годов рождения Александр Потапов, школа номер 3, Артем Малышев, школа номер 3, Данил Серков, школа номер 2, Данил Лобов, школа номер 3, Станислав Болдум, школа номер 37. Среди представительниц прекрасного пола чемпионками стали Софья Измайлова, школа 2, Карина Юдина, школа 3, Нелли Исакова, школа 37, Анна Васильева, школа 38, Евгения Герасименко, школа 2, Ангелина Рейдель, школа 42. Отдельными призами за воспитание молодых дзюдоистов были награждены тренеры спорткомплекса «Юность» Александр Черепенко, Василий Родионов, Алексей Протопопов. Галина Ильина, Александр Иванов, Ленинск ТВ.